Утром этого дня ребята собрались в актовом зале в предвкушении яркого концерта. В зале царила атмосфера дружбы, добра, радости и смеха. За смену дети очень сдружились. Каждый отряд в своих номерах блеснул творчеством и талантом. Вожатые также не остались в стороне. Они подготовили свою концертную программу. В этот день было море улыбок и даже немного слез. Ребятам будет трудно расстаться с домом творчества, вожатыми и новыми друзьями. Я нашла здесь себе друзей других, новых. Вот. А еще я познакомилась с вожатыми. Здесь много очень кружков, хореография. Можно сделать кукол, бисероплетение, пение. Я выступала на концертах, и мне тут понравилось, и не хочется уходить вообще. Думаю, что в следующем году тоже сюда приду. Мне очень понравился лагерь, хотя я в нем еще ни разу не был, это мой первый раз был. Играли, рисовали, вот мероприятия были, было очень интересно. Вожатые были очень добрые, воспитатели. Мальчики и девочки бурными аплодисментами одарили воспитателей отрядов и педагогов. Целый месяц они работали, развлекали и творили с ними. В предпоследний день смены воспитанники лагеря голосовали за лучших вожатых. Ими стали Даниил Шелгунов, Екатерина Гурченкова и Ирина Курлукова. Итоги работы двух смен лагеря «Созвездие» подвела педагог-организатор Алина Емельянова. За лето у нас прошло порядка 200 детей, даже, наверное, чуть больше. Все эти дети ушли из лагеря Дома творчества «Созвездие» с хорошим настроением, с вкусными подарками, новыми друзьями и будут дальше продолжать встречать лето до школы. А в следующем году мы уже опять их увидим. В конце праздника дети полакомились сладкими угощениями. Флаг лагеря «Созвездие» опущен до следующего лета.